Сегодня 6 марта 2018 года. Приблизительно, значит, 3 с небольшим часа дня. И дискотека, которую устроил некий сосед в нашем доме, вызвала у меня желание продолжить. Так сказать, я вспомнил о существовании вот такой штуки. Значит, случайно в 2003 году надо было купить что-то такое, на чем слушать компакт-диски. Мы, значит, пошли с Матушкой в такое заведение, большой такой, скажем так, я не знаю, как это в России называется, окей, по-моему. В парке Есенина. Значит, в Израиле это есть такой Universe Club. Ну, даже не каньон, а вот огромный такой сарай, в котором и продукты, и все что угодно. Вот. Здесь это называлось раньше Махсана и Мазон. И вот там, значит, есть такой уголок с аппаратурой. И вот пошли туда смотреть всякие штучки. Подошел продавец. И сказал, что вы купите уж лучше музыкальный центр какой-нибудь. Ну, конечно, к словам продавца надо относиться скептически. Ну, в общем, я его послушал, погонял. Это Panasonic какой-то 500-й, по-моему. Значит, единственное, что он MP3, вот именно этот конкретный MP3 диски, не может прокручивать. Но есть еще модель, которая заточена под это тоже. Добавили потом они туда. Так вот, сейчас мы будем, как я надеюсь, успешно слушать один диск, недооцененный мною раньше, группы Баккара. Я считал ее галимой попсой ранее, ну вот в те годы, когда она была в 70-е популярна. Где-то вот начало, да, приблизительно до 80-го года, 81-го. А вот сейчас мы послушаем и вот услышим, что там записан хороший оркестр, оказывается, там, ну, голоса-то у них понятно какие, что они поют, значит, с чудовищным испанским акцентом и прочее. Вот посмотрим. Чем видите, колоночки маленькие, то, что называется полочная акустика. Но, значит, тут честных 2 по 45 ватт номинала, значит, паспортная мощность, соответственно, 2 по 90, большие фазоинверторы, вот эти дырки, значит, и здесь то, что называется, это кроссоверная система, то есть тут на каждую колонку по 2 усилителя, один на низы идет, и один на средние с высокими, вот посмотрим, что это дает. Где у нас диск? Сейчас найдем для такого дела. Где там? Ну, куда ее запихал-то? Хампердинг, Том Джонс, Юнона и Авось, кстати говоря. Юнона и Авось я слушал раньше вот у себя в аппаратуре, которая там была, S90 и все такое хваленое. Тут Shocking Blue еще есть. И все не то, понимаете, как бы оказалось. То есть частоты есть. Ну где оно? Что же я не подготовился? Вот видите, Юнона и Авось, писанная причем. Ну, сестры Берри. Вот, Баккара. Диск у нас какой? Диск у нас магазинный даже. Значит, что в этом комплексе? Единственный у него есть недостаток, что в нем нет карусели. В нем 5 дисков надо загружать только одновременно. Но зато есть пульт.
Так. Я еще аппарат держу одной рукой. Фирма Spectrum выпустила. Что у нас с авторскими правами? Неизвестно. Неважно. Ну, такой пультик. Играть будем? Или надо что-то нажать? Я уже не помню так. Ну давай. Так. Есть замечательный режим добавить бас. Главное, вот как он ноты отыгрывает. Слышите, вот это играет, гитара с квакушкой. Пропеллер может включен еще сверху. Какой-то рекламе говорилось. Фирма Panasonic, и вы почувствуете себя цивилизованным человеком. Еще есть аппаратура такого типа, я помню, мне какой-то комплекс Айва нравился. Там у него были толстенькие колоночки, такая тоже здоровенная дыра в каждой из них. Бас, это слышите, как мячик именно идет. И показатель качества аппаратуры — это когда слышно все ноты в басу, не просто бубнишь, что там такое. Следующее.
По радио это все крутили в свое время. Странный оркестр, наверное, испанского там чего-нибудь, радио, телевидение. Партии прописаны. Понятно. Дальше что у нас? Дарлин песня. Я ее все время перематывал. Длинная и нудная. Посмотрим, как она сейчас зазвучит. Я еще не знаю, как этот фотоаппарат берет звук. Быть, у них комбик бубнил на студии. Потому что бас записан явно не гитара в пульт воткнута, а считается, что более сочно это писать с комбиков. Приставлен микрофон. Хочется подыграть даже им. Но это мы посмотрим. В случае успеха данного видео. Если его не зарубят еще по части авторских прав.
ходят слухи всякие. Ну тут понятно, значит, дальше так. Парливый францет, по-моему, песня называется. Две блондинка и брюнетка рассказывают, как они встретились с каким-то матчо. Одна рассказывает, а вторая завидует, как бы. Солнце? Кайфовали? Да ты что, да ты что? О, какой парень! Стоял передо мной! Смотрел и сказал, а ты по-французски говоришь? Что вы делаете вечером? А потанцевать не желаете? И мы будем окей, типа. Это по-французски. Хотелось бы, скажу, поговорить. Которые пела группа «Веселые ребята», сюда не вошли, к сожалению. But then a shot upset the baroon.
And then I show you for the first time the way you step out of the dark, up to the bar. Say, here we are, whiskey for me, for you tequila. Суперсаунд отключить, в принципе. А можно включить, да, правильно? Включаем, там лампочка загорается по центру. Но это не тон компенсации, это просто добавление баса. Внизу. Что есть? С этим понятно. Клавиши с фазовращателем. Twice the size of me, and I was so strong.
помада. Одна из моих любимых теперь. Ну что там орган звучит. Такой, как я люблю. Электрический. С пропеллером тоже. Компьютер говорит, что ему скучно. Ну ладно. Заскучал. Экранчик тоже, кстати, недорогой сравнительно. Together, 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 we make a dream come true. Me and you.
юные дилетанты, когда покупают аппаратуру, включают всякую кислотную электронную музыку. Но на ней ничего не определишь. Определить можно только, когда акустические инструменты и натуральные голоса. Еще надо учесть, что тут аналоговый оригинал. Это песня про рыбу. Кстати, обратите внимание, что тут цитата. На самом деле эта песня повторяет дитловский «Твистеншафт». С испанским акцентом, как бы. И обратите внимание, что они потом копируют то, что делали Битлз когда-то, и заливисто ржут. Будет это место, по-моему. А, нет, еще одно проведение. И та песня не нравилась, и это не нравится. Едем дальше. А, это я опять это отключил, по-моему. Я больше люблю баллады.
напоследок, надеюсь, на сборнике процитирован другой общемировой хит. Узнавайте. Кто забыл, напоминаю, что в оригинале это группа Doors. С ее Джимом Моррисоном. Ну, первый исполнитель данной песни. Это было весьма смело. Такой диск, в общем, такой аппарат, такой я, может быть, не знаю, как там он показывает меня, фотоаппарат. Ну, в общем,
Просто захотелось показать, что такое фирменная аппаратура, даже если ее в Сингапуре сделали. Ну, так сказать, Мацушита Панасоник настоящий. Вот так. Откланиваюсь.